12 апреля 2024 года. Еще поправочку хочу к предыдущему своему видео сделать. По поводу того, что там не стоит паниковать. Я там сказал, что Россия на пике своих возможностей с 22 года. Но это не с начала 22 года. Это уже там после того, как их расхренячили там под Харьковом, там выгнали их дьяволам. Вы понимаете, что сейчас 24 год, они атакуют нас на танках, которые обшивают просто картоном, блин. Вместо динамической защиты они людей туда сажают. Понимаете, вот облель, блин, и как муравьи, блин, нафиг на них они сидят. Нет уже никаких этих рязанских десантников 22-го. Т-90 это сейчас редкость, это, блин, какой-то на поле боя встретить. У них, и потом, понимаете, нам сейчас приходят французские хаммеры. Их не было в 22-м году. Сейчас у нас есть эти французские хаммеры. Вы видели, конечно, я против криворуких россиян, понимаете? Вот лично я, блин, жив только благодаря тому, что россияне криворукие. Вот месяц назад, блин, рядом с блиндажом лег кап, блин. Если бы они были не настолько криворукие, и я был бы труп, и, блин, побратимы мои были бы трупы. Но слава богу, слава для нас, украинцев, это счастье, что против нас такая криворукая, блин, тупорылая армия воюет. Их тупо много. Но это, блин, говно, блин, вот это все рашистское, блин, нафиг. Оно заканчивается прямо у нас на глазах. Вот здесь под Работино отводят сейчас на доукомплектацию дивизию рашисты, понимаете? Потому что мы их перебиваем, нафиг, перемалываем постепенно. Лупаем отсю скелю. И она не скель, я еще раз говорю. Это, блин, гребаная дамба в Оркске, блин. Из говна и палок, блин. Прогрызенная мышами, блин. Во главе этого стоит, блин, нафиг, этот, блин, мелкий гном, блин, плешивый, с крысиной мордой, 25 лет сидит уже на троне, блин, на своем. Я же говорю, геморроем уже прирос, блин, нафиг, в эту кремлевскую стену. Не переживайте, блин, вот сейчас, я говорю, я думаю, что это буквально уже вопрос месяцев, когда придут там еще такие, блин, атакамцы, и придут и F-16, блин, все эти кабы, фабы, блин, нафиг, они будут себе засовывать в одно место, эти россияне. Понятно? Не паникуйте, в этом году, я думаю, мы уже все так по большому счету закончим, а в 25-м уже просто им кранты будет этим мудозвоном российским. Понятно? Нету повода паниковать. Самое худшее уже прошло. В 22-м году было гораздо хуже, гораздо больше у них было возможностей, гораздо больше у них была армия, гораздо она была качественнее. И мы были совершенно не подготовлены. Сейчас у нас слышно. У нас сейчас много чего есть. И будет еще больше.